Всем приветики. Пришел ко мне с Алиэкспресса такой вот зарядник, как всегда, от Югрина в таком пакетике. More for you. Больше для тебя. Либо море девайсов для тебя. Ну, я шучу насчет моря, конечно. Вот, Югрин. Ну, обычно пакетики без пупырки. Но я уже его отрезал, лишнюю часть. Это такая упаковочка, часть упаковочки. Ну, и просто в таком пакетике сразу вот это вот все лежало. Без пупырок, без ничего. Здесь, как обычно, от них стяжка для проводов. Они ее бесплатно ложат, кстати. Всегда. В каждую свою посылку. Здесь какая-то рекламка. Mortgage Music. А, это рекламка наушников. Типа, вот такие наушники, их название. И, пожалуйста, поставьте 5 звезд. Все такое. Ну и сам зарядник в такой картонной коробке. Югрин USB Wall Charger. Кстати, он такой маленький, прям. Вот если палец, как два пальца считай. То есть он вообще тоненький. Я не ожидал, что он будет такой тоненький. Вот он. Типа он должен быть такой большой, но он такой тоненький. Защита от чего-то там, я не понимаю. Короче, какая-то две защиты какие-то есть. Protection. То есть защита от перезарядки и от перегрева, видимо. Раз градусник нарисован, это перегрев, а это перезарядка, наверное. Так, здесь какая-то штука, здесь ничего. 5 вольт, 2,1 ампера. Так, открываем. Все, там больше ничего. Здесь какая-то инструкция. Но она непонятна. Непонятная. Хотя нет, вот понятная. То есть обратная сторона это. Что включает в себя зарядник? Мануал. Русского нету. И здесь что? Какие-то параметры, типа. Какое-то объяснение. Пакетик, кстати, на ощупь такой приятный. Реально приятный такой на ощупь, как. Ну, не то чтобы бархатный, но что-то похожее. Чуть хуже, чем бархат. Ну, по ощущениям, но чем-то похоже, приятное такое. Так, ну и сам зарядник, даже в пакетике каком-то. Или нет, на пакетик это вот эта штука, где написано, или оно на самом написано, а пакетик заклеивает просто, чтобы не стерлось. Параметры, Югрин. Ну почему Югрин? Потому что у них качественные вещи. Все остальные зарядники в Китае стоит где-то $1-2. А этот стоит где-то $5. USB-A. То есть. Ну да, остальные где-то доллар стоят зарядники. А этот где-то примерно $5. То есть у Югрин зарядник дороже. Но по идее у Югрин качественнее вещи. Ну, сейчас протестируем. А ну еще можно попробовать, в принципе, снять эту штуку. Пленку. Хотя зачем ее снимать, она же царапаться будет. Вот, в принципе, пленку снимаем. Но просто ради интереса, останется ли надписи или нет. Или это надписи на этом. Сейчас попробуем. Оно, оказывается, в другую сторону снимается. Ну да, это надписи. Это надписи на самом заряднике, а пленка просто защищала. Кстати, круто сделано то, что пленка защищает от царапин, от всего, и оно такое вот новенькое. Защищало все надписи, все защищало. А здесь такое матовое. Вот, ну а сейчас попробуем вкачать, ну, в зарядке. Ну, я подключил, выдает 5 вольт и 4,04
ампера на плеер. Вот он, плеер черненький, подключен. А без ничего 5,1 вольта выдает. То есть немножко проседает, когда начинает заряжаться. Можно еще без этого просто тестером померить. Там, кстати, вроде какая-то защита есть. Так, сейчас. Короче, 5.10 5.11, потому что там сверху есть пластина, он железная, контакты снизу, а сверху железная пластина, и когда вставляешь эти щупы тестера, она касается пластины, и слышно такое тип-тип-тип-тип-тип, что внутри тестера, видимо, защита срабатывает, то что получается, замыкание идет контактов с пластиной, а не должно такого быть. То есть какая-то защита есть, по идее, от замыкания. Ну, а это у меня сейчас заряжался телефон, вот этот, на который я снимаю. И оно стояло в этом заряднике, я переставил этот в новый. И новый даже лучше заряжает. Там на старом было оригинальном 1 ампер, а сейчас 1,3. То есть если вот переставить сейчас... Хотя, нет, этот немножко лучше заряжать. Здесь 1,4 показывает. А тогда показывал 1 и просто 0. Вот теперь уже 1,3. Ну, как-то оно по-странному. Вот перевтыкаешь. Или, может быть, вот эта штука плохо считает. 1,367, а здесь 1,408. Ну, только что я перевтыкал. Здесь было 1,4, а 430, а здесь 467. Здесь получше было в старом. О, уже больше, 459. А там было 410. Ну, старый, 460. Короче, может быть, еще эта штука так как-то по-странному показывает. Ну, в общем, довольно-таки неплохой зарядник. Но я его брал для часов, вот для этих. Просто эти часы, они шли с USB-кабелем, но и без USB-зарядника. А если они у меня будут постоянно включены, то постоянно и зарядник будет занят. И поэтому я купил отдельный зарядник, чтобы свой для телефона не был занят. Вот, и по идее, для него это вообще легко будет. Он даже греться, по идее, не должен, потому что маленький ток берется. Ну вот, когда часы просто включены, оно даже не тянет ничего. Если добавить подсветку, то это всего лишь 0,18 ампера, а если добавить еще проектор, то это 0,48. То есть вообще копейки. А без подсветки, просто с проектором, то 32, то есть вообще не должно напрягаться. Но это старый. То же самое и на новом выдает. Ну вот то же самое, 48 с проектором и подсветку. Убираем подсветку, 32 без проектора, вообще 0. То есть для этого зарядника вообще изи будет мои часы тянуть. По идее, должно быть все нормально, но слегка. Ну, немножко нагрелся, потому что я еще телефон подключал. Но если часы просто должны быть подключены, то, по идее, должно... Ну, наверное, нормально все будет. Ну, вот такой вот зарядничек. Учитывая то, что это Ugreen, и они делают качественные вещи. Плюс то, что часы не сильно много тянут. Так что, я думаю, от того, что они будут постоянно круглосуточно работать, часы на этом заряднике, ничего с этим зарядником не станет. Во-первых, тянут мало... Я уже заговариваюсь. Во-первых, тянут мало, во-вторых... Ну, это Ugreen, поэтому должно быть качественно, и все должно быть нормально. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.